Выборгские учителя поделились опытом с коллегами из Москвы и Казани. Выборгский район принимал участников проекта «Взаимообучение городов». Несколько образовательных центров и школ продемонстрировали свои достижения и наработки. Так, в школе номер 37 директоров школ пригласили на крышу. В мини-обсерватории ученики изучают астрономию. Сейчас у нас будет очень хорошее темное время, с ноября по февраль. И утреннее время, два урока можно спокойно вести наблюдение, и вечернее после 4. В виде наблюдения прекрасно было чистое небо, особенно когда холодное. Весной этого года соглашение о сотрудничестве подписали Комитет образования Выборгского района и Московский департамент образования. В рамках взаимодействия выборгские педагоги проходили в Москве курсы повышения квалификации и представили в столице свои лучшие наработки. Конечно, нам есть что предложить коллегам. Мы сегодня показываем разные образовательные кластеры, разные структуры, то есть разное сотрудничество разных организаций, которые позволяют повысить качество образования. Мы показываем те положительные моменты, те плюсы в организации условий для детей, в организации работы с педагогическими кадрами, которые в Выборгском районе сложились. В Выборге педагоги презентовали свои проекты, понаблюдали за работой коллег на открытых уроках математики, информатики, физики и черчения, познакомились с программами дополнительного образования. Это уникальный проект с точки зрения взаимообучение, взаимообучение городов, взаимообучение систем образования, которые сложились в городе Выборге и, соответственно, в городе Москве и городов-партнеров. Это уникальная возможность регионов посмотреть тот опыт, который накоплен в системе образования городов и во время представления этой системы. Показывается, конечно же, все самое лучшее. Каждая школа, которую мы посетили за это время, она имеет определенные свои интересные проектные идеи, решения. И в каждой школе можно увидеть отражение нашей московской системы образования. В Выборге, в Выборгском районе, я хочу это отметить, мы увидели очень глубокий и очень разумный подход к тому, что в образовании называется инновациями. И напомню известное высказывание Ушинского: нельзя перенять самый опыт, можно перенять только идею опыта. И я, и мои коллеги подчеркнули очень много идей для вдохновения. Я думаю, что мы сможем их реализовать и в своем городе. Наши руководители любят учиться, и мы очень гордимся этим, потому что они были и в Калининграде, и в Казани, и в Полоцке, и в Москве. Ну, я не перечисляю все города, и из каждой поездки каждый директор что-то, конечно же, принес свое учреждение. Сегодня каждая школа пытается организовать учебный процесс для детей интересно и по-новому. Выборгский район продолжит участвовать в проекте «Взаимообучение городов» и в дальнейшем.